Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Яниса, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе. Ну, он сейчас руки сложил, как буддист. Вижу. Наклон делает и как приветствует нас тоже. Он готов. Замечательно. И я даю команду. Сканер сканирует пространство над головой Яниса под ногами. 363. Сканер сканирует все 7 тонких тел Яниса. Находит все. Чисто у него. Чисто. Отлично. Хорошо. Мы Яниса проверили, он чистый, энергиями его заправили. У нас осталось 10 вопросов к его куратору. И будем вызывать куратора. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам в комнату диагностики прийти куратора или учителя Яниса. Приветствую вас. Приветствуем вас, куратор Ло. Мы рады вам. Благодарю, что помните мое имя. Помним, конечно. Мы очень рады, что вы пришли. Мы очень рады за вашего подопечного, что он уже находится на такой ступени развития. Судя по его вопросам, 10 вопросов он написал вам. Я думаю, вы в курсе. Будете ли вы так любезны ответить на эти 10 вопросов? Я очень рад встрече. И я постараюсь прояснить и дать свет на каждый вопрос, насколько это возможно. Мы благодарим вас, дорогой куратор Ло. Я начинаю с приветствия. Здравствуй, мой дорогой друг Ло. Я очень рад такому своеобразному способу встречи. Прежде чем мы начнем, я просто хотел сказать, пожалуйста, прости меня за все предыдущие времена, когда ты пытался донести до меня советы и другую важную информацию, но я не слышал или не увидел твои знаки. С улыбкой я говорю, ты же знаешь, как это быть человеком на земле. Я хотел сказать тебе, что я от всего сердца очень благодарен за твою поддержку, помощь и присутствие в этой жизни, и что я очень уважаю и люблю тебя. Буду благодарен за твои рекомендации. Это было вступление. Если вы позволите, я начинаю тогда с первого вопроса. Я лишь хочу сказать, пожалуйста, что способ встречи действительно необычный, но в дальнейшем мы сможем телепатически соединяться, как делают все это арктурианцы через энергии Арктур. Продолжайте, конечно, пожалуйста. Через свой стержень. Благодарю вас. И первый вопрос. Я знаю, что я пришел, чтобы получить человеческий опыт на Земле. Но я также знаю, что я необычная душа с военным опытом в галактических войнах и в других воплощениях на Лире, Плеядах, Орионе и Арктуре. И что мое пребывание здесь преследует гораздо более высокую цель. С какой целью я пришел на Землю с Арктура? Во-первых, я бы хотела сказать, что не надо преувеличивать значение своей души. Очень многие души проходят свой опыт на разных планетах, созвездиях, звездах, скоплениях и других объектах. Многие души имеют опыт проживания на Арктуре, Плеядах, Земле, Уране, Марсе и других планетах и объектах, как я уже сказал. Необычная душа, нет такого понятия. Любая душа необычная, любая душа создана для продвижения, развития и стремления к идеалу, к абсолюту. Это мой комментарий к первой части вопроса. Зачитай, пожалуйста, еще раз сам вопрос. Благодарю вас за этот ответ. Мне уже этот ответ очень понравился, как вы красиво все правильно сказали. Все души получают опыт на разнейших планетах, которые только есть, и это абсолютно нормально. Здесь ничего такого особого нет. Итак, я читаю первый вопрос. Зачитай сам вопрос. Я знаю, что... вопрос заключается в следующем. С какой целью я пришел на Землю с Арктура? Преследуешь две цели. Первое я уже назвал. Это саморазвитие и собственное повышение сознания души. И вторая цель – это помощь другим душам в их развитии, очищении и преобразовании. Чем он и занимается, в принципе,
На земле. Уважаемый Лу, вы не подскажете, какой уровень высшего я у Яниса? Это был его вопрос. Пока я еще не нашел вот этого. А, есть у него такой вопрос. Иди, пожалуйста, по списку. Я по списку. Хорошо, договорились. Каков самый... Второй вопрос. Какой самый ограничивающий, повторяющийся паттерн в моей жизни? И как я могу это проработать? Паттерн. Сейчас формулирую. Ты очень часто увлекаешься своей идеей, распространяешь ее, и в воплощении этой идеи в жизнь ты забываешь про себя, про свои защиты и про свою внутреннюю среду, которой постоянно нужна поддержка, уверенность, баланс, без которого любой проект невозможен. Это должно быть первое, потому что на твоем балансе держится вся идея и развитие этой идеи. Я скажу простыми словами, которые понятны. На земле, человеческому биоробота, тебе нужно смотреть за собой, своим здоровьем, своей душой, находить время для, можно так сказать, одиночества, чтобы нырнуть вглубь себя и прочувствовать этот баланс. Об этом не нужно забывать. Вы закончили? Да. Благодарю вас. С вашего позволения я перехожу к третьему вопросу. Как ты уже знаешь, я много проработал, чтобы открыть свое видение и способности. Влад и Вера, это мы с Верой, тоже были удивлены, почему я не мог видеть тонкий план. Я предполагаю, что заблокировал их в прошлых жизнях. Что мне нужно проработать, чтобы я мог достичь состояния, в котором я снова смогу открыть ясновидение? Немножко сумбурный вопрос. Согласен. Я думаю, ты не понимаешь, что такое ясновидение. Ясновидение входит в яснознание, телепатия, яснослышание. И, естественно, само ясновидение. Представляешь ли ты четко, что это значит? У тебя есть немножко всего. Сейчас я просмотрю ситуацию. Влад и Вера не были удивлены. Они лишь указали на эту точку, что тонкий план тебе не видим. Именно потому, что ты не развиваешь себя в этой области. Повторить вопрос? Да. Первую часть вы полностью ответили. Вторая часть. Я предполагаю, что заблокировал эти знания или их в прошлой жизнях, то есть это видение. И вопрос состоит в следующем. Что мне нужно проработать, чтобы я мог достичь состояния, в котором я снова смогу открыть ясновидение? Ты ничего не блокировал. Приходя на Землю, многие знания закрываются для безопасности человека на Земле. Если бы ты родился с ясновидением, ты не смог бы развиваться. В тебе сидел бы постоянный страх, что ты не такой, как все остальные, что ты несешь знания непонятные твоему окружению. Сейчас, когда ты достиг определенного уровня, и опять я вижу вопрос, заданный тобой, он неправильно сформулирован. Из этого я понимаю, что ты нечетко понимаешь, что такое ясновидение. Ты должен разобраться для себя, что бы ты хотел увидеть. Абсолютно. Как ты себе это представляешь. И, конечно же, для чего тебе это. Пока у тебя не будет полного представления, запроса, тебе не смогут открыться определенные каналы. Благодарю. Нам все дается по мере нашего роста. Благодарю вас, уважаемый Лу. Я перехожу, с вашего позволения, к четвертому вопросу. Существуют ли какие-либо символы духовной силы или предметы, визуализация, ношение или хранение которых помогут мне развить связь с моими проводниками? В скобках, если быть точнее,
услышать их. Символы, несомненно, существуют, но они нужны, они применяются совершенно в другом. Все состоит из символов, и, конечно, у них есть свой язык, который нужно расшифровывать. Я понимаю, что твой вопрос, как связаться с твоими проводниками. Могу представить, что я один из твоих проводников, с которым ты хочешь связаться. И как я уже сказал, ты не должен забывать, что энергия Арктура, она очень сильна, и все арктурианцы связаны между собой для безопасности и сигнала, который мы подаем. Научись сперва руководить своими родными энергиями и связываться с Арктуром, на котором есть достаточно информации, которую ты можешь черпать. Также ты можешь связываться со мной энергией Арктура. Это энергии белые, я бы назвала их холодные. Ты можешь представлять их как жгут, который выходит от тебя. Он очень прочный, он непоколебимый. И он может связать тебя с тем, кто связан с тобой энергетически. Мало того, кто связан с тобой в твоем пребывании на планете Земля. Даже так. Если это наставники, учителя, кураторы или проводники, ты можешь использовать свою энергию Арктура для связи с ними. Благодарю вас, уважаемый Лу, за этот интересный ответ. Позволите переходить к следующему вопросу? Пожалуйста. Пятый вопрос. Влад и Вера при чистке отметили, что у меня много глубокой боли из-за опыта прошлых жизней. Как ты уже знаешь, мой лечебный метод и инструмент на Земле – это глубокое дыхание, ребертинг. Есть ли какие-то арктурианские методы или техники, или поддержка моего корабля, который я могу использовать, чтобы исцелить эту глубокую энергию боли и страха, которую у меня есть глубоко внутри. Насчет корабля я не совсем понял, но вы объясните. Я уже затеял часть этой темы и дал определенную информацию, да, откуда идет верно. Боль и страх. Я бы хотел еще раз упереться на эту главную тему, потому что это баланс всей твоей развития, всей твоей идеи и жизни на Земле. Первое, что ты должен сделать, это не забывать о себе, наполнять себя энергиями и быть в балансе с самим собой. Без этого ты не можешь давать людям знания, так как ты растрачиваешь свое здоровье, свои силы, свои энергии с негативным для себя результатом. Обрати на это внимание. Это все твои предыдущие ошибки. Ты растрачивал себя на своих идеях, забывая о своей душе. Ты сгорал и доходил до точки, где энергии становилось настолько мало, что ты растворялся и исчезал, не мог восстановиться и продолжать жить. Ты доводил себя сам до точки, раздаривая себя своим идеям. Поэтому обрати огромное внимание на внутренний баланс. Уважаемый Ло, мы даем всегда наставления и советы по заправке энергиями. Его цифры 350% энергии, 26 Гц, которые максимально комфортны. Точно я не говорю про каждодневную гигиену, я говорю про внутренний баланс, без которого любая идея не может быть развита, иначе ты истощишься. Я понимаю. Я просто хотел добавить, что когда мы его подняли сюда, у него было 89% энергии, 12 Гц. Это нормальные цифры для вечернего времени на Земле. Хорошо. Мало того, энергии, которые вы закачиваете в комнате диагностики,
которая находится в Австралии, и даже в матрице Земли. Это космические энергии, они очень легкие и распадаются после определенного времени. Требуется подзаправка, безусловно. Энергии, которые находятся, остаются, они стойкие и утяжеленные, чтобы находиться в матрице Земли. Цифры, которые вы увидели, это не плохие цифры для матрицы Земли. Благодарю вас, Ло. Позволите дальше продолжать седьмой вопрос, шестой вопрос. Я работаю с людьми. Есть ли какие-то особые качества энергии, которые мне нужно развивать и транслировать на Землю в этом цикле восхождения? Какая поддержка мне доступна от Арктура в работе с людьми? Обрати внимание на свои руки. Я не буду повторяться про энергии Арктура, которыми ты можешь соединяться и брать информацию на Арктуре. На Арктуре шикарнейшая библиотека знаний, которой ты можешь пользоваться, соединяя свои энергии с Арктуром. Но я не буду зацикливаться на этом. Я лишь хочу сказать, обрати внимание на свои руки. Попробуй почувствовать энергию Арктура в плотности своих ладоней. Развивай ее, уплотняй ее. Расширяй свой стержень внутри себя. От тебя будут идти определенные вибрации. И работая с людьми, эти вибрации будут чувствоваться как небольшие уколы, заряд электрического тока. Это будет давать спокойствие людям, которые работают с тобой, а тебе силу, которая также будет чувствоваться. Я не буду перешагивать дальше. Дойдя до этого состояния, ты поймешь, что есть. Нет предела развития и есть следующий этап. Всегда есть следующий этап в развитии. Благодарю вас за этот замечательный ответ, уважаемый Ло. Можем переходить дальше? Да. Седьмой вопрос. Какой уровень моего высшего «я» и какое развитие мне нужно продолжить, чтобы поднять его? У тебя 17 уровень высшего «я». Развитие, как я уже сказал. Попробуй применять свои родные энергии, научиться руководить им и получить телепатическую информацию с Арктура. Наладить связь для начала со мной. Дальше откроются другие возможности, придут другие учителя. Благодарю вас за этот ответ. Я перехожу, с вашего позволения, к восьмому вопросу. Я родился и вырос в Латвии, но сейчас живу по всему миру. Есть ли у меня еще активная кармическая связь со страной и с людьми, с которой в основном я работаю в данный момент? Что мешает моему росту? Такой вопрос. Активная кармическая связь. Поддерживаешь только ты сам в себе. Все, что нужно было взять от этого места, ты уже получил. Короткий, конкретный ответ. Благодарю вас, уважаемый Ло. Я перехожу, с вашего позволения, к девятому вопросу. Я работаю над своей меркабой каждый день. Мы ее, кстати, видели, когда вытаскивали его, забирали, вернее, у него стояла меркаба, он действительно работает. Хотя я не могу видеть ее своими органами чувств, я знаю, что она работает. Есть ли у тебя какие-то предложения по дальнейшему развитию моего энергетического тела? Абсолютно. Визуализация должна помочь тебе. Нужно развивать визуализацию, основываясь на уже увиденном. Я объясню. На Земле ты не можешь представить и визуализировать то, что ты никогда не видел. Такие вещи ты можешь видеть во сне, в измененном состоянии, в медитации. В состоянии безмыслия, если позволите.
Я не буду углубляться в эту тему, так как состояние безмыслия бывает разной глубины. Я говорю об обычном состоянии человека. Он не может придумать чего-то, что он не видел на Земле. Так устроен мир. Поэтому, чтобы свизуализировать мир Кабу, ты должен видеть, как она выглядит. Закрыв глаза, ты должен визуализировать ее вокруг себя. Ясновидение не может открыться без визуализации. Это первый шаг, который ты должен научиться делать. Это был мой ответ на твой вопрос. У нас очень много информации на Земле по визуализации. Можно и всегда посмотреть, найти для себя удобные упражнения. Но я могу, со своей стороны, мы можем только подтвердить с верой, что визуализация – это тот ключ, с которым мы работаем. Иначе все это не работает. Благодарю вас, уважаемый Лу. И есть, с вашего позволения, если вы здесь закончили, я могу переходить к 10-му, последнему вопросу. Да. Пишу с улыбкой. Я знаю, что ты мой куратор в этой жизни, и ты также знаешь, что мы в человеческом плане, в человеческом уме очень любопытны. Но можешь ли ты описать мне, каковы планы моей души после этого воплощения на Земле? Такой вопрос. Для начала это будет отдых. Отдых души и определенное осознание опыта, полученного на Земле. Вторым шагом будет определение действий, а они будут зависеть от того, насколько ты разовьешь свою душу на Земле. Поэтому живи настоящим. Живи здесь и сейчас. Я благодарю вас, Ло. Позвольте мне заключительные слова еще прочитать его. Я хочу поблагодарить тебя, мой дорогой друг, от всего сердца за твои советы и поддержку. Я полон решимости продолжать работать над собой и развиваться. Я шлю тебе энергию искренней благодарности и любви. И до встречи с тобой в медитации. Я бы хотел попросить тебя зачитать все вопросы один за другим подряд. Без остановки? Да. Хорошо. Я остановлю, если хорошо. Первый мне будет вопрос. Что добавить. Первый вопрос. Я знаю, что я пришел получить человеческий опыт на Земле, энергетического тела. И последний, 10-й вопрос. С улыбкой. Я знаю, что ты мой куратор в этой жизни, и ты также знаешь, что мы в человеческом уме очень любопытны. Но можешь ли ты описать мне, каковы планы моей души после воплощения на Земле? Благодарю тебя. Я лишь хочу подытожить. Из всего сказанного мной самое главное было, что тебе нужно обратить внимание на визуализацию и на энергии Арктура, которые ты можешь применять для получения знаний с Арктура и связи, как я уже сказал, в том числе со мной. В основном я дал достаточно информации, ответил на все твои вопросы. Я мог расширить и поговорить объемней, но твоя задача — прослушать мои ответы и найти отклик в своей душе, связавшись со мной телепатически. Развивая телепатию, ты развиваешь свое ясновидение. Так и есть. Уважаемый Лу, вы закончили? Да. Я благодарю вас за ваши ответы, очень глубокие ответы. Хоть вы и сказали, это не расширенные ответы, в моих глазах, ушах это было расширенные ответы. Все было понятно. Я, на этой ступени развития с высшим я на 17 уровне, он должен понимать своего куратора с полуслова. Если вы хотите от себя что-то лично сейчас добавить, это был бы самый лучший момент, если вы хотите активировать его стержень, или он активирован уже, я не помню. Это был бы тоже самый лучший момент. Я активировал в самом начале встречи. Мы обменялись энергиями, и стержень активирован. Я бы сказал, реактивирован.
Благодарю вас. Я просто не заметил. Уважаемый Лу, у нас есть очень добрая традиция, вы знаете о ней. Каждому куратору на Арктуре эту традицию уже знает, который к нам приходит в нашу комнату диагностики. Мы всегда дарим один определенный подарок, Верочка. Большая корзинка с самыми спелыми, самыми вкусными ягодами, которые есть на Земле, появляется в твоих руках. Один, два, три. Мы спрашиваем куратора Лу, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок. Это единственный чистый продукт, который у нас на Земле остался. Мы бы хотели его преподнести вам в знак благодарности за эту приятную встречу и за ваши ответы, за вашу работу. Будете ли вы так любезны? Я не буду возражать. Благодарю вас за внимание к моей персоне. Мы благодарим вас, как куратора. Мы знаем ценность кураторов. Мы уже сотнями встречались с кураторов и понимаем, насколько ответственна и важна их работа. Поэтому мы хотим со своей стороны сделать как бы знак благодарности за то, что вы делаете. Я приму это с уважением. Благодарим вас с уважением. Передавайте, пожалуйста, привет Арктуру от нас всех. Мы очень рады. Всем арктурианцам, которые к нам приходят, передайте, пожалуйста. Мы рады всех принять, до кого вы достучитесь. И откроем со своей стороны им вы дверь. Вы сами можете передавать пример Арктуру. Мы все слышим. Мы уже передавали, я думаю, на Арктуре знают. Может, просто не так много людей, которые проснулись пока. Во всяком случае, мы сделали и делаем все, что мы можем делать, и очень рады, что наша работа всегда имеет положительные результаты. Благодарим вас. Я не говорю прощайте, уважаемый куратор Лу, я говорю до скорых встреч. Возможно, мы еще скоро встретимся с вами, если вдруг возникнет желание у Яниса подняться на уровень своего высшего «Я». Мы всегда пригласим куратора, и мы вместе поднимемся, если у него будет такое желание. Желаем вам всего наилучшего. Благодарю вас за возможность встретиться. Это наша работа. В этой замечательной комнате и безопасном месте для наших душ. Да, да. У нас действительно безопасное место. И мы благодарим вас. Я не говорю прощайте. Всего доброго. До скорых встреч. До свидания. Рассинхронизируйся, Верочка.